в беседе 14 на первое послание к Тимофею, говорит, что не имеющий попечения родных хуже неверного. Многие полагают, что для спасения им довольно той добродетели, которую они обладают. И что если они хорошо будут располагать своей жизнью, то для спасения им уже больше ничего не будет недоставать. Но они думают неправильно, как доказал это тот, который закопал один талант. Ибо он принес его не уменьшенным, но возвратил целым и таким, каким получил. Тоже доказывает и блаженный Павел, когда говорит: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Промышление разумеет всякое, и о душе, и о теле, ибо и последнее есть тоже промышление. Тот, кто не печется о своих и особенно о домашних, то есть принадлежащих к его роду, тот хуже неверного». 1 Тимофею 5:8. Это говорит и Исаия пророк, глава пророков. «От единокровного твоего не укрывайся», 58 глава 7 стих. «Ибо таким образом может быть милостивым к посторонним тот, кто презирает людей одного собой рода и свойственников своих». Свойственников. «Разве не называют все тщеславием то, когда кто, благодетельствуя чужим, презирает и не щадит своих? Или с другой стороны, если, наставляя первых, он оставляет заблуждение последних, несмотря на то, что благотворить последним было бы для него и удобнее, и справедливее? Без сомнения. Ибо разве не скажут тогда, что можно ли назвать милостивыми христиан, когда презирают они своих?» И неверного, такое говорит апостол, хуже. Почему? Потому что сей последний, если презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает близких себе. Сказанное апостолом имеет такой смысл: кто не родит о своих, тот нарушает и закон Божий, и закон природы. Если же не пекущийся о присных отказался от веры и стал хуже неверного, то куда должен быть отнесен и где займет место тот, кто обижает присных своих? Но каким образом он отказался от веры? Они говорят, что знают Бога, говорит апостол дальше, а делами отрекаются. Титу, 1 глава 16 стих. Между тем, что заповедует Бог, в которого веруем? Не презирать тех, которые связаны с вами племенным родством. Каким же образом может веровать отрицающий сие? Подумаем, сколько нас таких, которые, сберегая деньги, презирают ближних. Бог для того и учредил родственные связи, чтобы мы имели больше случаев благотворить друг другу. Поэтому, если ты не делаешь того, что делает неверный, то уже ли ты не отказался от веры? Ибо не в том состоит вера, чтобы веровать только исповеданием, но нужно еще являть праведные дела. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.